Взлетаем в мир радиоуправляемых самолетов. Привет всем! Сегодня мы вместе окунемся в захватывающий мир радиоуправляемых самолетов. Если вам всегда было интересно узнать больше об этих потрясающих летающих машинах, пристегните ремни. Я расскажу вам, почему радиоуправляемые самолеты — это супер круто. Итак, начнем с того, что полет сам по себе — это невероятная радость. Есть что-то невероятно волнующее в том, чтобы наблюдать, как созданный вашими руками самолет парит в небе. Это как будто вы бросаете вызов гравитации и покоряете стихию. С радиоуправляемыми самолетами вы можете испытать это волнение, даже не отрываясь от земли. А еще конструирование этих самолетов — огромная часть удовольствия. Представьте, как вы часами кропотливо собираете крошечные детали, доводите до ума конструкцию и, наконец, видите, как ваше творение оживает. Это творчество и инженерная мысль, слитые в одном фантастическом копе. К тому же это не просто следование инструкциям, вы можете модифицировать и улучшать свой самолет по ходу дела. В этом деле нет предела совершенству. И не будем забывать о товариществе. Любители радиоуправляемых самолетов — это сплоченное сообщество. Неважно, новичок вы или опытный профи, вы всегда найдете людей, готовых поделиться советами, секретами и рекомендациями. Существуют клубы, онлайн-форумы и даже встречи, где вы можете познакомиться с единомышленниками. Это отличный способ завести новых друзей, которые разделяют вашу страсть. А задумывались ли вы когда-нибудь о пользе для образования? Управление радиоуправляемыми самолетами — это не просто развлечение, но и фантастический опыт обучения. Вы получите практические знания по физике, аэродинамике и электронике. Это как мини-курс по инженерии каждый раз, когда вы запускаете свой самолет в небо. А для юных любителей это невероятный способ пробудить интерес к науке, технике, инженерии и математике. Но погодите, это еще не все. Технологии, лежащие в основе радиоуправляемых самолетов, развиваются с молниеносной скоростью. Современные модели оснащены сложной электроникой, камерами и даже GPS-системами. Вы можете выполнять сложные маневры, записывать потрясающие кадры с воздуха и отслеживать характеристики вашего самолета в режиме реального времени. Возможности безграничны. Теперь поговорим о волнующем мире соревнований. Если вы любите состязаться, существует множество мероприятий и гонок на радиоуправляемых самолетах, в которых вы можете принять участие. От точной аэробатики до высокоскоростных гонок каждый найдет что-то для себя. Это потрясающий способ проверить свои навыки и выжать из своего самолета максимум. И еще не будем забывать о терапевтическом эффекте. Управление радиоуправляемыми самолетами может быть невероятно расслабляющим занятием. Сосредоточенность, необходимая для управления самолетом, поможет вам снять стресс и забыть о повседневных заботах. Только вы, ваш самолет и открытое небо — идеальный способ отвлечься от всего. Подводя итоги, радиоуправляемые самолеты — это удивительное сочетание искусства, науки и чистого удовольствия. Неважно, увлечены ли вы конструированием, полетами или просто наслаждаетесь воздушным шоу, в этом хобби найдется что-то для каждого. Так, почему бы не попробовать? Возможно, вы обнаружите, что сами увлечены этим невероятным миром радиоуправляемых самолетов. Спасибо, что посмотрели видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться с друзьями-любителями авиации. До следующего раза, держите крылья ровно и счастливого полета!